Всем привет! Сегодня 9 мая, День Победы. Поздравляем всех с праздником, с великим праздником, Днем Победы. Желаем всем здоровья и, конечно же, мирного неба над головой уже хочется для всех. Ну а для кого-то майские праздники – это время отдохнуть, а для нас это время поехать на дачу и сделать все свои дела. У нас накопилось очень много дел. Сейчас мы начнем. В доме мне надо помыть холодильник, только осталось, по-моему, холодильник, подключим его и все. И начнем заниматься на улице. У нас сегодня на улице просто катастрофически много дел. Мы взяли с собой рассаду фасоли моей, она уже выросла большая, ее уже надо высаживать. Вот, поэтому будем, хотим сделать с мужем высокие грядки, чтобы все было красивенько, чтобы все было аккуратно у нас на огороде. Ну, в общем, очень много дел. А что мы сегодня сделаем и успеем ли мы все? А мы огурцы брали? А да? Ты покупал их? Нет. И я нет. Это мой. Так, муж меня отвлек. Мой. В общем, все, что мы успеем, увидите сегодня на видео. И вечером уже расскажу, что у нас получилось, а что нет. Всем привет! Мы поехали на дачу. И там будем заниматься всякой рассадой. Мы будем прыгать на батуте. Родители будут всякую фасоль садить, что такое высаживать. Ну, так что поехали. Ну, поехали. Вечером мы все расскажем, что мы там делали. Подписывайтесь на наш канал. Я уже 3 бабочки увидела сегодня. А нет, вчера одну, сегодня 2. Сегодня видела оранжевую бабочку. Я главное увидела. Я главное увидела, как летала. А я вижу дачу. Я вижу дачу. Но уже нет. Я дачу. Нет. Ну все, приехали, да, девочки? Да, наконец-то. Оделись пока потеплее, в домике еще холодно. Включили отопление. Подключил у нас Ваня вот такую пушку. Нагреваем. Но пока свежо, конечно, после зимы. У девчонок тут хорошо вот такой коврик. От него прям тепло. Но все равно замерзаю. Одели вот теплые носочки, топотульки вот такие. Чтобы было... чтобы было тепло. Будут рисовать, играют, да, девчонки? Да. Тут столько всего у нас, да, как будто все новое. Все, да, за зиму все забылось. Да, все новое. Все новое. Да? Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайкосики, а я пойду рисовать. Муж у меня специально заказывал вот такую пушку, но он вообще, по-моему, ее для гаража брал. Ну, дача, она очень нам пригодилась. Дом сильно у нас промерз. А зиму, конечно, холодно. И вот, наверное, минут 10 она у нас работает. Уже прям так жарко становится. Ну, особенно, да, вот в этой комнате. У девчонок тоже уже потеплее. Прям хорошо здесь у нас вот такой вот обогреватель. Это у нас мерзлячка. Всегда мерзнет. Ну, вообще-то я не мерзлячка. Вот мама вообще же не в лосинах, а в шортах. Ага. В общем, все, поставила воду греться, сейчас буду мыть холодильник, заниматься, как будто и не было зимы. Кстати, мы заказали москитные сетки, вот уже нам сделали, муж вчера привез, будем ставить, поставим вот в нашу спальню и вот на это кухонное окно моего. Ну, всегда вот эти, как бы у нас два в основном открываются, чтобы сквознячок был, свежий воздух, и чтобы всякие мухи-мушки не залетали к нам. Ну вот, уже зеленая травка практически. Уже красота на дачке у нас. Все, особенно порядки наведем, уют наведем, будет красота. Чистота и прекрасненькое лето у нас начнется. Ну все, начинаю я уборку. Ну, почему у меня тут вот такие вот лежат коврики? Сейчас начну с них. Ой. Нагрела себе водички тепленькой. Ну, все.
Собираемся за работу. Сейчас все быстренько промою. И все, продуктики поставим. Сильная камера, правда. Сейчас все это поставлю по местам. Разложим. И будет красота. Водички поставим. Все. Ну, красота, чистота. Сейчас вот эти еще протрем. Мама, смотри, какая у нас есть. Это Алина подарила. И это Алина. Я пошла играть. Давайте. Так, все. Осталось у меня морозильная камера. Это можно уже закрыть. Сейчас. Быстренько мы их помоем, эти ящички. Она дала мне. Кто-то поступит еще. Тут, в общем-то, не сильно и грязно. Протрем. Сейчас, Ариша, я домою холодильник и будем чай пить. А с чем? Да, мы из дома привезли там что-то. А-а-а. Такой у меня тут ужас образовался за зиму. И что? Можно сказать? Полежи, Ариша. Вот. Устал ребенок. Погреть. Погреть? Да. Ты замерзла? Ага. Кофточку надень. Как корни. Хочу. Так, что у нас тут за конструкция? Не обращайтесь. Ой, не упади, Ванька. Ну все, подзывай. Вот эти вот утеплить. Желтенькие. Хозяйке все пригодится. Я тем экструзионным сделаю на низ, а этим наверх сопротивление, и все будет хорошо. Между нами города. Сказала мне долго. Да, музыку включи немножко. Хочешь, включай. Я по радио не слушаю. Музыкальный. Ну вот. Вот и все.
все готово. Можно подключать. Ну что, пора. Вставай, дети хотят. Хотят чай попить. Покушать уже проголодались. Ну вот с детьми одна забота на даче. Никакой работы. Хорошо, из дома всего привезла. Пойдем сейчас чай пить. Вот веселуха, да, дочки? Всем привет! Мы на канале Кристи Шоу! На канале Лайк Тай! Я обожаю подписчиков! Вы можете с нами прыгать! Обожаю вас! Ставьте лайкочки! Привезли нашу рассаду фасоли. Ой, тут, может быть, даже попереломалась по дороге у нас. Ну, конечно. Чуть-чуть сломалась. Ну, ладно, она, наверное, еще живет. Ничего страшного. А посадить мы ее хотим, как и в прошлом году у нас. Она росла вот здесь. Но здесь у нас очень мало земли, поэтому она у нас так прям тяжело росла. Нам нужно, чтобы вот эта вот стена была вся зеленая, закрыта от ветра. А чтобы она росла в этом году лучше, муженек мой сделает высокую грядочку сейчас. Привез тут инструмент, привез красоту. Все у нас зацветет скоро. Тут вот у нас что, кустик пионов. Я очень надеюсь, что они оживут. Нам дали, подарили. Здесь вот бабушка моя мне подарила лилии. И вот здесь вот у нас одна розочка. Не знаю, зацветет у нас все или нет. Надеемся, что да. Так, запасливый мой муж делал пол в бане. Остались такие у него красивые досточки. Лиственницы. Их даже жалко на грядочки тратить. Ничего не жалко. Вот свет. Чик. Тудым. Грядка будет у нас 45. Отсюда отмеряем 45. 45 минус. Жестко 22. Значит, 41 делаем. Нет, 45 мы и делаем. Ну, это места будет мало. Вам же надо в несколько рядочков посадить. В прошлом году вот у меня муж сам сделал нам красивую такую лавочку. Кстати, видео тоже у нас есть на канале. Такая вот очень красивая она. Очень удобная. И остались всего 3 штуки, но они не кондиция уже. Где-то высохли, где-то вот полопались, потрескались. И сейчас их испилим. Подойдут как раз нам на грядку высокую. Это у него в чемоданчике. Все по полочкам разложено. Thank you.
Уже у нас вырисовывается прям грядочка. Такая красота будет. Вообще с ума сойти. Как красиво что-то из дерева. Все готовы? Угу. Вот, 5 минут. Грядка красивая готова. Красота будет, уже есть. Так. Вообще красиво. Сейчас колышки напилю. Так стоит идеально. Ну, у нас все рассчитано, ты что знаешь. Она. Восемнадцать и пять будем делать. Надевать штаны. А где ты что найдешь? Там на диване пакет. Хорошо.
пакете вещи ваши. Посмотри свои лосины. Все-то у него по уровню. Ариша... Веревочки мы натянули, такие гламурные, розовенькие. Сейчас уже будем землю принесем, будем высаживать. Пора готовить обед. Мы сегодня привезли с собой курочку, надо пожарить на мангале. У нас есть новый мангал. Но он спрятан. Но... он надежно спрятан. Надо в гараже нам тоже все как-то поудобнее сделать организацию хранения. Чего? Да у нас за два дня все уйдет. Тяжело, наверное. Чем ты на мангале сделал? Какой он красивый! Мегамаркет, спасибо. Купили еще в том году осенью, да? Или зимой? Зимой, наверное. Не помню точно. По акции, по скидочке. Такой классный! Тут сразу под этот казанчик. Сейчас проверим, казан у нас подойдет. Шашлычки будем жарить. Мне уже язык хочет высунуться. Рит, держи. От такой красоты. Рит, тебя держи. Все держите, папаня будет подставлять. Крис, пониже ручки опускай свои. Так. Почти вошло. Подождите, девчонки. Ну, так будет поудобнее. Давай, Крисюха. На, дочь, помогай папе. Дочь, глянь, что у нас Ариша делает. Опа! Это для моего видео? Блога? Это для моего видео. Блога. О, курочку. А это? Сейчас, подождите, девчонки. Чего, Ариш, ты хочешь? Рит. О, я снимаю. Вот она. Красота какая. Неужели можно убрать вот эту вот нашу самодельную? Подказанник наш самодельный. Теперь все такое красивое, стильненькое у нас. Обалдеть. Идет нормально, да? Пойдем, да, как раз на ушке встает. Чего, Аришенька, ты говоришь? Шашлыки варить. Шашлыки пора жарить. Сейчас будем кушать. Я думала, он что-то тяжелое кидает в меня. Его кидаю. Маме, я хотела...
Поищи. Ракетки больше нету, Оришка. Первый пробный, чтобы все обжечь его. Ну какой красивый, мне он так нравится. Вообще. Риха. Нам еще надо сетки. Все, девчата у нас проголодались. Пора доставать шашлычок наш. Взяли совое мяско, замариновали курочку. В разных маринадах муж мариновал. В соевом соусе. А здесь, знаете, он замариновал карри, зира. В общем, всякое разное, как он любит. Будем жарить. Вы мух боитесь? Тут мух много. У нас дети с ума сошли. Боятся всех. Мух, муравьев, мукашек, таракашек. Всех. У нас тут красота готовится. Шашлычки. Да. Такие. Думаешь, Ариш, вкусно будет? Угу. А у меня новые тапки. Тапки новые. Они не одной тапки. Уголечки уже готовы. Закапал чуть-чуть. Ничего страшного. Курочка уже у нас готовая. Ой, красота какая. Аромат-то какой пошел. По рецепту Юлии Высоцкой. Да, маленько все подгорало. Был открытый огонь, но ничего, мы справились. Ой, красота какая. У нас тут голодные воробушки. Надо кормить. Сюда ты. Все сейчас сядем. Муж, а? Где землю взял? У соседа. Соседа. На воду поменял. Нам вот повезло, у нас на участке есть вода, а вот через дорогу участки у них нет воды. Ну ничего. Скоро у всех будет. Красивые перчаточки. В Экспрессе покупала. Вот такая вот лопаточка красивая. Это я в Магнит Косметике покупала. Сейчас мы тут все разровняем.
Хватит орать из этих жучков. Такая у нас получается грядочка. Давай ровненькая, хорошенькая. И сейчас буду высаживать. Ну, красота. Девочки. Сейчас мы тут все прольем. Вы же понимаете, они будут все лето грести. Жуки и не жуки, и все на свете. Так, делаем луночку. Вот у нас. И как ты делаешь луночку? Вот так, лопаткой. Как? Берем. Бабушка, сама. А муки были. А можно я тоже сделаю? Кого? Давайте вы мне не будете тут мешаться. Просто можете посмотреть. Нет. Вот так вот у нас красивенько все будет. Что я зря, по-моему, сняла перчаточки свои. Ну ладно. А у Жени, и у Лианы, Дианы, там папа, можно туда сходим? Нет. Там же папа. Ну что, зачем? Дочь, успокойся, пожалуйста. Тем более с Аришей, да зачем? Мне некогда. Вот. Чего делала? Вот такая вот у нас. А мне одной туда можно? Доча, успокойся. А почему не можно, а нам нельзя? Лиша, это мой запах. Сейчас будем самую большую садить. Уже выросла она очень-очень-очень сильно. Так. Вот мы ее. Земельки добавить еще, чтобы тут повыше стало. Угу. Так. Пошел процесс у нас. За красота. О, листочек сломался. Сейчас я все руки вымою. Немножко ее примотаю.
Слушайте, а мне уже очень даже нравится это дело. Симпатично так все у меня. Отлично, получается это все. Так, теперь я высадила, и мне нужно дать направление, куда им крутиться. Сейчас ее чуть-чуть помотаю, и все, дальше она пойдет сама. Ришенька, Кристя пошла к папе. Ну, и вот так вот крутим их, и все, они сейчас у нас тут все заполонят, и все будет красиво. Так, тут у нас где? Вот она. Ее тоже можно вот сюда опустить. В общем, вот так их по-разному можно пускать, и они будут закручиваться. Пока не выросла наша фасоль, решили сразу пропитать вот эти вот маслом. Так сразу у нас уютненько становится. Вот с этой грядочкой так вообще прям красивенько так все стало. Сейчас как все зазеленеет, и будет вообще красота. Наводим красоту. Высадили. Осталось маслом пропитать, все будет красиво у нас. Представляете, у нас тут напасть какая. У нас крот роет ямы нам. Я вчера приехала, было несколько штук вот здесь. Прям такие горки и норки. Сейчас смотрю, а у нас вот здесь горка. Вот здесь была, муж сейчас вот раскопал. Как бороться с этим вообще, с этим кротом? Я вообще в шоке, если честно, что у нас это появилось. Я не представляю, какой у меня будет шок, если я-то вдруг сейчас где-то увижу, что он тут у меня вырыл опять новую. Как с ним бороться, чтобы он этого не делал? Подскажите нам, пожалуйста. Мы тут с мужем купили на пробу в светофоре вот такие штучки. Пустодержать. Вот такие вот называются. Пустодержатель оцинкованный круглый. Дочь, пусть пока полежат. Пойдем пробовать. И вот, смотрите, нора. Нора. Только что сделал. Я не знаю, ну нора, вот она прям вот дырка. Сзади, вот сзади.
Бабушка. Бабушка. Вот этот кустик смородины, я его нашла в самый там наш первый год, когда мы купили участок. Под кучей мусора. Мы тут убирались с мужем. Я еще вот была беременная Аришкой. Аришкой. Мы убирались. И я просто... Ариш, что делаешь-то? Маманя. Я его просто откопала и нашла. Там два листика. Два листика. Ну, был совсем прям такой маленький. Одна веточка. Я просто по запаху поняла, что это смородинка. Постой на месте, Ариш. Попросила мужа сохранить, потому что тут как раз должен был приехать экскаватор. Выкапывать тут всякое лишнее было у нас. Вот, сохранился и вырос большой кустик. Слушайте, ну прикольная штука получается. Вот так вот ставится, и все, веточки уже не упадут никуда. Он будет аккуратненько держаться. Чем самим там что-то придумывать, там колотить. Вот так всего лишь. Небольшая конструкция, ее и незаметно. Вон как аккуратненько. Мы уже едем домой. Все уставшие, замученные, грязные. Я даже не стала переодеваться. Не хочется марать свои чистые вещички. Все устали, все замучились, но так хорошо поработали сегодня. Самое главное наше достижение у нас сегодня. Грядочка появилась красивая. Что мы еще сделали? Пропитали маслом. Сделали под кустики эти кустодержатели. В общем, хорошо позанимались. На крышу муж там у нас позанимался. Утеплитель переделал. У нас тут дочь спит. Вторая почти уже засыпала, но не спит. Задумалась о даче. Уже бы скорее не могла там наиграться со своими подружками. Все приехали, всем весело, дружно. Мяско пожарили, перекусили. Ну и счастливые поехали домой мыться и отдыхать. В общем, день получился у нас очень классный. На этом будем видео заканчивать. Всем пока! Не забывайте ставить лайк и подписаться.